На меня подали в суд IGM. Такова версия многих людей, которые пишут мне в комментариях. И я встретил Катю, и да, всем привет. Встретил Катю для того, чтобы вдруг, если что, начнет меня скручивать в этом суде, то она сможет хотя бы сказать, типа, стойте, остановитесь, не надо, не делайте это. Нет. Вот. И по какому поводу, я до сих пор не знаю, я взял с собой все бумажки, все взял, и пока что непонятно, зачем, что, как, куда. Ну, мы сейчас скоро с вами узнаем, но если на меня кто-то из IGM подал в суд, я лично приеду в Питер и откушу ему горло. И поломаю пополам. Это инфа сотка, ребята. Потому что кто-то не поленился, подал на меня в суд. И на всю мою семью. За что, непонятно. Вот, и я иду, как глава семейства, выяснять, что там, что, кого. Буду всем рыло чистить. Короче, суд, держись. Варпачелло идет к тебе. И будем всех унижать и властвовать. Хотя, вероятно всего, я приду и мне скажут, вот вам штраф 500 рублей за то, что вы там выложили ролик или что-нибудь такое. Роспотребнадзор. Здрасте. Нет, посмотрим. А вы скоро узнаете. Ребята, вот в этой школе я учился, и она находится по дороге в суд. И во всей школе единственные пластиковые окна, это вон те, вон дальние, беленькие, видите? И у нас не было информационного класса. Боже, как я здесь учился вообще? Как это... Как я смог здесь отучиться 11 лет, точнее 10? Я с третьего сразу в пятый перепрыгнул. Потому что я кто? Вундеркинд и видеоблогер. Вот так вот. А мы все еще идем в суд. Нет, нет, нет и еще раз нет. В суд на меня подали не IGM, к сожалению. Ну, к сожалению. Да, к сожалению, потому что у меня была, точнее, не возможность, а, как сказать, хотение попасть в Санкт-Петербург, если бы это были IGM. Вот. А на самом деле на меня подала в суд ЖКХ, то есть жилищно-коммунальное хозяйство, услуги, ну вот плата за квартиру. В определенный срок, с такого-то по такой-то год, выявились какие-то долги. Вот. Выявились какие-то долги. И все. Короче, надо погасить эти долги, и все. На этом вся ситуация кончается. Из-за этого вызвали меня в суд. Зачем? Зачем? Я не являюсь собственником квартиры. Ну, тебя, то всю семью вызвали. Ну, всю мою семью вызвали, да. Всю семью. Ну, пошел я, так как отец сидит дома. Вот. Мама на работе. А я безработный. Типа. Я не плачу налоги. Вот. Короче, и на этом вся ситуация кончается. Я не знаю, это коротенький ролик. Выпущу его сегодня же, чтобы рассказать, передать вам всю суть происходящего. И не ходите зимой без шапки. Только дураки ходят зимой без шапки. И Катя одела капюшон, такая, типа, я же не дур. На самом деле, я хожу в капюшоне. Так что ну да, но сейчас на самом деле тепло на улице. Это я просто выпендриваюсь. Ну так вот, ребята, никакие это не IGM, к сожалению. Но лайк поставить вы обязаны. Потому что я, идя туда, думал, что это реально IGM. И что они могут такое сделать, да, что... Что, ну, такое возможно. Потому что они уже не раз подавали в суд на всяких людей. И я об этом вам рассказывал. Ну и на этом все. Всем удачи и всем пока. Кать, помахай. Пуп.